Представьте себе школу будущего, где не нужно стопроцентное зрение, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды, и идеальный слух, чтобы понимать друг друга, где каждый может оказаться на высоте и научиться поддержке не менее важно, чем выучить уроки. А вы знаете, что такие школы уже существуют? Дети должны учиться вместе –